Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Как вы уже догадались из названия видео, это видеораспаковка на аромат от бренда Boss, который называется Oud Saffron. Этот аромат я получил в подарок от своих любимых, близких мне родных людей на свой день рождения, который был пару дней назад. И сегодня я хотел бы сделать на него распаковку и посмотреть, как же он пахнет. Потому как этот аромат мне еще не довелось нюхать. Но судя по названию Oud и Saffron, это должен быть какой-то, скорее всего, восточный, наверное, арабский аромат с удом и шафраном. И сейчас я сделаю распаковку и посмотрим, как же он пахнет. Готовы к распаковке? Я тоже. Тогда поехали. Вот так вот выглядит упаковка. Она какого-то такого морковного цвета, блестящая. Здесь написано Hugo Boss, Oud Saffron, Eau de Parfum, 100 мл. Сзади написано на арабском языке, я не понимаю что, и на английском написано, и состав. Снизу есть бэч-код и сверху эмблема Boss. Теперь давайте посмотрим, как выглядит сам флакон. Ух ты! Флакон тоже выглядит довольно-таки презентабельно. Это, в принципе, стандартный флакон Boss. Тут написано Hugo Boss Oud Saffron. Вот так вот он выглядит. Сейчас давайте нанесем его на кожу и посмотрим, как же он звучит. Ребята, я, честно говоря, думал, что это будет со старта обычный медицинский уд. Ничего подобного здесь нету. Здесь в старте абсолютно не медицинский уд. Он чувствуется как роза. Да, роза. Какая-то пудровость. Да, пудра чувствуется. Вот роза, пудра. И есть какие-то ноты вроде как кожи. Да, скорее всего, это ноты кожи. Вау, ребята, я сейчас вот набрызгал. Чувствую, как аромат расходится вот здесь по комнате. Вау, аромат шикарный. Сейчас вот чуть-чуть выветрились кислые ноты уда. И я лично начинаю ощущать какой-то запах кожи. Да, именно запах кожи. Вау, это просто восхитительно. Мне очень нравится этот запах, и, как всегда, я его отношу, я посмотрю, как он звучит, и потом сделаю полный обзор на этот аромат. И, как всегда, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я прощаюсь с вами, будьте здоровы и до новых встреч. Пока!